Дорогие наши зрители, по той информации, которая есть у нас на данный момент, мы хотим вам сообщить о трагедии. Сегодня ночью, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения на своем личном автомобиле марки Mercedes, в страшное ДТП попала известная российская артистка Алена Рапунцель. На данный момент она находится в больнице, в каком состоянии пока неизвестно. Знаем только то, что сотрудники ГАИ, которые прибыли на вызов от ДТП, сразу же вызвали спасателей МЧС. Они резали двери для того, чтобы достать оттуда нашу известную, любимую российскую артистку. С подробностями, друзья, выступит наш источник из шоу-бизнеса. Мы ждем следующего выпуска на нашем YouTube-канале. Смотрите внимательно наши новости, только так вы будете знать все, что происходит на самом деле в российском шоу-бизнесе. До скорой встречи, спасибо вам, друзья, за все, что вы для нас делаете и за то, что вы всегда с нами.